В Щелковском колледже на Сиреневой улице начались тренинги для предпринимателей. Их проводит торгово-промышленная палата. На первое занятие по теме «Тактика продаж» пригласили выступить успешных бизнесменов, которые рассказали о важных аспектах повышения эффективности в работе. Речь шла о передовых практиках продаж, учете новых условий в деятельности бизнес-сообщества, следовании ключевым правилам организации торговли. Я здесь для того, чтобы донести людям свой опыт, которым я сталкивался в жизни, работая замгенералем Московский ювелирный завод, отвечал за оптовую продажу бриллиантов в России, как собственник своего бизнеса, чтобы показать вот эти ключи, которые позволяют человеку перейти из следствия в причину и взять под управление собственный бизнес. Наше сегодняшнее предпринимательское сообщество работает в условиях беспрецедентных санкций. И приходится находить новые возможности, новые пути развития того или иного направления в МСП, да, в малом среднем предпринимательстве. И наша задача – показать людям, предпринимателям, куда направить свой потенциал, чем заниматься, чем обезопасить себя, чтобы процветать и работать также в рамках беспрецедентных санкций. Щелковская торгово-промышленная палата выбрала для тренингов ключевые темы, знакомство с которыми станет полезным для предпринимателей. Следующие занятия будут посвящены вопросам, связанным с пожарной безопасностью, оформлением трудовых отношений, наиболее важными аспектами начального этапа в бизнесе. Андрей Цеходович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.